Всех приветствую, дорогие друзья, Орала на связи, и, конечно же, мы сегодня играем в игру под названием Let's Find Larry. Ее советовал Сосатом в комментариях к Вуконгу. Кстати, я думаю, что это игрушечка на один выпуск, поэтому я жду ваших новых предложений. Я ни разу в нее не играл, но что-то я слышал, что вроде это какой-то хоррор, но и не хоррор одновременно, и тут нужно найти какого-то Ларри. Сейчас, я немного разомнусь, тут такая прямо... веселенькая такая музычка, которая подходит под счастливые времена, скажем так. Но я думаю, что тут такого не будет. Что-то тут не так, короче. Вот что-то тут не так. Игрушка, самое главное, не продается в Стиме, что очень обидно. И пришлось ее найти на другом сайте. Но ничего подобного. У нас только есть две кнопки. Это старт и квит. И мы начинаем играть, нажимаем на кнопочку старт. Вот. Загрузочка. Тут нет перевода, поэтому будем читать так, как имеем. Так, что это такое? Это Ларри? С лупой, которая за лупа. Кто это тут у нас? Так, а как мне дальше нажать? Вот. My name... Так, мое имя Финдо. Я люблю искать людей. Это весело. Финдо, типа, понял? Find. Типа, find. Ладно. Давай я тебя проиллюстрирую, короче, по поводу управления. Сейчас научу тебя управленницу. Так, начнем. Нажми на кнопку A и D на своей клавиатуре. Так, A или D. И я, блядь, и пропустил. Короче, это крутить что-то. Я чувствую, что что-то тут будет, короче. Это прикольно. Крутить — это круто. И искать новые перспективы — это тоже, типа. Только еще одна вещь. Одну секундочку. Какую почему музыка исчезла? Я вот это не люблю. Какой-то звук тоже искаженный. То есть, вот как вот в этих вот хоррорах. Мы с вами в Кинетопей, помните, играли? То есть, типа, мне это вообще напрягает. Я такое не очень люблю. Так, привет, короче. Я здесь, это я. Ты должен очень отчетливо меня видеть. Сверху-то. Нажми на правую кнопку мыши, чтобы приблизить. И нажми на левую кнопку мыши теперь. Воу! Ты натурал! Чего, блядь? Какой натурал? Да! Ну, типа, блядь, это не то, чтобы я Ладно. Короче, да, я натурал. Все, никаких шуток не должно быть по этому поводу, поняли? Так. Ну, отлично. Давай-ка теперь... все настроено у нас. Давай поищем некоторых людей. Нажми на большую стрелочку в углу экрана, чтобы получать удовольствие. Давай сейчас получу удовольствие, ты какой-то криповый чел. Мне вообще не нравится это. Воу, какая перегрузка. Что за прекрасный день? Так, опять звуков нет, сука, опять звуков нет. Ублюдина. Так, пробил. Я пошел на прогулку в парк. И я видел его. Я никогда не забуду его лицо. От кого? От какого лица идет речь вообще? Мой лучший друг из школы. Ларри. Так, он разговаривал с Таун. Типа, короче, он разговаривал в парке или что-то такое, типа. Мы не видели друг друга много лет. И это круто увидеть его снова. Так, а что мне делать-то? Погоди-ка. Приблизить, ну, допустим. Ты нашел Ларри? Пфф, ну это легко было, о чем-то. Что-то там на фоне такое. Ладно. Мне показалось, или у него нога одна отсутствовала? Такое, блядь. Так. Мне нужно искать Ларри или кого? Типа, это какие-то монстры, блядь, нихуя. Где тут Ларри? А, вот он! Грязный овцеёб. Нашел я тебя! Какой крутой день! Не так ли? Ну, может быть, да, согласен. Блять, у него такой... У него как будто нога, типа, исчезает, когда он вправо улетает. Так, и я так понимаю, каждый уровень будет сложнее. Да? Надеюсь, что не будет скримеров. Хотя, если будет, это тоже будет весело. Бля, где он? Я надеюсь, у меня неограниченное время. Чё за люди вообще криповые? Это вообще какие-то челики тут состоят из мышц. Какие-то гора мышц. Где Ларри? Я его не вижу, пацаны. Вот вам зуб даю, я не вижу его.
Сейчас, вот я знаю, как эти игры устроены. Сейчас я куда-то всмотрюсь, и будет скримак, я уверен. У этого вообще хуй торчит. Вообще можно на YouTube такое показывать? Какая-то башка свинячая. Такое, блядь, где Ларри? Вот... Не вот этот ли... О, не вот этот чел Ларри. Бля, я забыл, как он выглядит, погоди. Вот это он же, да? Нет, это не он. А как он выглядит? Погоди секундочку. Я только что 2 секунды назад его видел и уже забыл, как он выглядит. Вот чисто это память орал, чё, вот что могу сказать. Блин, где он? Ну вот, я вот сейчас вижу все лица, вот они на моей руке буквально. Но я не могу найти его. Что? Как он выглядит? Я забыл. Помогите, я вас ищу. Какого хуя? Погоди секундочку. Не, серьезно. Это не... Вот этот долбоеб, вот он. Это он же. Этот тюфяк ебучий. Но у него такая куртка, типа, потрепанная вся была. Так, эта игра не заканчивается. Я так понимаю, это... Реально мне нужно найти его. Серьезно, где он? Я не помню, как он выглядит. Пацаны, на паузу давайте, на паузу. Вон он, смотри-ка! Сзади всех, короче, вон торчит башка у него. Чекай, 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 чекай. Спрятался, блядь! Блин, это становится труднее, хотя второй уровень только всего лишь. Опять у него нога куда-то исчезла. Та- а, тут же можно крутить, блядь, я совсем забыл. Тут же можно крутить, мы таким образом можем найти его. Какой-то парк тоже. Графон, конечно, игрушка, кстати, стоил, между прочим, $4, не хухры-мухры. Вот он, вот он. А вот он, поганец, блядь. Ну ладно. Так, и... Вот этот чел очень сильно на него похож. Я, типа, постоянно думаю, что это он. Но, грубо говоря, короче, это единственный чел, который, у которого башка не кружится. То есть, он просто чекает на нас. Блядь, это крипово, на самом деле. Прям в ебальничек мне смотрит. Блин, тут еще какая-то свинья обрезанная. Что это такое вообще? Это нормально вообще? Когда такое количество людей на меня смотрит, я, типа... Я могу заниматься разными плохими вещами на камеру-то. Ну, как-то неприлично немного. Погоди, вот... Я уверен, что он где-то, вот, сука, палит из кустов. Овцеёб этот ебаный. Где он? Ну, типа, он колхозник, пиздец. Сейчас, секундочку. У него где-то башка, может быть, просто скрыта, вот... Я сейчас смотрю так чисто... Вон он! Сука, сыт в угле! Фу, блядь, в углу! Он там за магазином спрятался, думает, я его не чекну, блин. Я в охране-то работал, я все знаю. Че ж ты? Поганец какой. Ну ладно, пока все спокойненько. Это, может, это вообще даже и не хоррор. Может быть, мне что-то напиздели. Но я что-то где-то слышал, что это хоррор вроде. Так, он, короче, трясется, но по-другому. У него голова не так сильно трясется по сравнению с другими, скажем так. Она по-другому, точнее, это все делается. Блин, ты посмотри, это вообще пиздец. Чувака губы, блин. Ему бы эту, губозагатывательную машинку бы не помешало бы. Как я считаю, так. Они все смешиваются, у них один и тот же цвет, и среди этого вообще ничего не найти. Не знаю, я думаю, часик мы поиграем, потому что игрушка, она на самом деле, насколько я знаю, она не длинная. То есть она быстренько заканчивается, потому что, кстати, я ее... Вот он. Это не он? Нет, это не он. Эта игра была куплена на том же сайте, где Buckshot Roulette. Я так понимаю, у них просто постоянно игры одни и те же. Смотри-ка, у него эмоция поменялась. Ты нашел Ларри. Отлично. Нет, у него нога не оторвалась, он просто и крутит. Так, ладно, окей. Тут все... Ну, я уже начал немного разбираться. Вон он. Нет, погоди, у него красная одежда. Надо запоминать. Вот он! Ты за мной следишь? Так, сейчас, мне кажется, начнется какой-то пиздец спустя парочку каток. Вот, потому что он фразы меняет. Он начинает на нас негативить. Вау. Слушайте, я поиск сисек в любой игре, я тут заметил парочку таких неплохих, хоть это и, блядь, транс, наверное, или вообще что-то такое. Бля, какие же они все помощные. Так, вот он. Да, блядь, это не он. Похож очень, ну, брат чисто его. Они все братья его. Он не... Так, он может прятаться где-то сзади даже. И вот он трясется. Он в шляпе вообще?
Как всех из них... Как найти его из всех этих? То есть у него может даже одежда вроде как меняться, насколько я помню. У него... Или вот он... Тут не видно никак. Нет, это не он, это тот похожий чего, брательник. Трудноватенько, немного трудноватенько. Надо немного выпить, пацаны. Приятного аппетита, кто кушает, кстати. Если кто-то кушает или кто-то пьет. Вот он, вот он! Он не трогает. О-о-о! Ачивочка, как в Mortal Kombat, я помню это. Блин, что с... Я не знаю, как камеру, правильно? Так, давайте камеру. Так. Какой перекрест, какие-то бунты вообще, или что тут происходит? Почему так много людей? Что за орги тут? Это какие-то братья и сестры, или что это такое? Они все похожи. У них один и тот же ебальник. Блин, как трудно. Я не люблю в мелочах разбираться. Вот эта пайка, вот эта вот симфония, блядь, все эти клавиши, это вот не для меня. Я ювелиром, как говорится, не работал. Поэтому, Сашенька, я не ювелир, поэтому вот что могу сказать. Вот он опять. Долбоёб, блин. Хорош прятаться-то, в конце-то концов. Давай чисто пивандопово хряпнем, и все будет хорошо. Не хочет убегать что-то от нас. Ой, вообще какой-то странный чувак. Кто там дрочит, блядь? Какая-то нездоровая там тема, мне кажется, происходит на этом многоэтажном здании. Так, ну ладно, это, как говорится, пускай правоохранительные органы разбираются, мне нужно сейчас найти Ларри. Где же этот Ларри? Where is Larry? Well, where is Larry? Так, ладно. Не, его тут нет. Блин, вот эта губастая тёлка, конечно, тоже забавно. Просто олицетворение всех девушек 24-го года, и не только, 21 века, мне кажется. Ну, или, по крайней мере, большинство губозагатывательных утятниц. Утятниц. Да, блядь, где он? Так, мне уже начинает это немного наскучивать. Блин, ты вообще нормально такие? Бицуха такую да нормального отжал себе. Блин, ну где этот чел? Я уже начинаю, у меня недовольство. Он же где-то вот палит на меня чисто. Вот этот вот, да, это он же? Нет, это старик. Фига, у него фиолетовые волосы. Красавчик вообще, да? Надо вот под таким углом, мне кажется, смотреть. Вот где-то вот он так вот. Я начинаю думать, как он. То есть вот если бы я смотрел вот так вот, я бы спрятался где-то. Может, между зданий где-то? Нет, между зданий его нет. Он среди людей, короче, где-то у него голова торчит. Пацаны, напишите обязательно, где он. В комментариях сейчас напишите. Это нужно. Так же, как и другую игру, потому что я думаю, что это на один раз игрушка. Ладно, давайте пока на паузу, я слишком долго тут торчу. Блять. Я сейчас сидел минут 30, наверное, где-то искал. Вот он, сука, в окне. Он еще и в здании бывает. Ты посмотри на него. Пиздец. Это надолго уже, пацаны. То есть, это уже очень долго. Эй, выходи сюда. Или что такое? Или я выйду отсюда, что-то такое, короче. Блядь, серьезно? Что это за чел такой черный? Что это за вышки такие тут стоят? Ну ладно, тут легко, я думаю, тут одинаковые, потому что... Все с усами. Какая это вообще криповая реально тема творится. Он еще получается и в здании. Я это смотрел между людьми. Он еще получается и в здании, может быть. Вот он, вот он, вот он, вот он. Легкать. Ну тут ладно, изи. Хорош за мной следить. Я позвоню, блин, Фузу. Что такое Фуз, я не знаю. Фуз вроде суета на английском, насколько я знаю. Хотя хуй знает. Суетить будет, короче, он. Вот что. Вот он, легкотня. Тут изи вообще реально. Тут вообще реально изи. Что-то они мне как-то странно. Помогите! Кто-нибудь, сталкер! Какой сталкер, мы не играли еще. Ну точнее, ладно, будем потом играть. Музончик сменился. Изи, 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 весело. Сталкер, пацаны, потом поиграем на стриме. Кстати, скоро стримы будут уже конец октября. Я очень сильно извиняюсь за то, что видосиков не выходит, потому что очень сильно занят. Может, видосик вам скину потом с хаты как-нибудь. Так. Вот он, долбоёб. Легко вообще. Пожалуйста. Это что за звуки такие нездоровые? Что за звуки нездоровые? Так. Все нормально. Я знаю эти игры, сука. Я их так знаю. Они же вас специально... Все весело, потом хуяк скример. Вот так вот постоянно бывает. Ладно, ищем дальше. Парковочка какая-то. Торговый центр. Вот он, долбоёб, вот он. You found Larry.
Изи. О, тут уже потруднее будет. Тут очень много людей. Beauty Bongo, Cool Clothes, Hello Mask, SM Jeans. Короче, вообще мы зашли уже. Он, видимо, к торговый центр пошел, я понял. Решил спрятаться среди людей. Да, тут реально много. Все мы знаем, но я ж твою головешку-то отыщу, блять. Как говорится, мошонка твоя на прицеле у меня. Я-то знаю, как искать, как правильно стрелять и как правильно. Ну, сами понимаете, так. Он может быть... Не, ну хотя ладно, он скорее всего не здесь. Вот он, вот он. А, нет, погоди, это зеленого цвета. Блин, ну это реально его брат? Они похожи с ним. Заебал, он с своим братом гуляет. Где-то его головешка тут где-то трясется. И они, кстати, с каждым уровнем, мне кажется, начинают трястись больше и больше, похожим на самого Лэри. Или Ларри. Хуй бы знает, блядь, имена эти все паленые, блядь. Тоже такой себе. Может, он на крыше сидит где-нибудь? Эй, Лэри, where's you? Where's the Лэри? Или вот он. Нет, погоди, он улыбается. Он там испуганный, короче. Сейчас мы еще минуточку поищем. Если не найду, то я на паузу пойду. Потому что я после паузы сразу же нахожу обычно, поэтому я не хочу... Ой, сердечко хапануло за Ларри. Так, ладно, вон там кто-то. Вообще можно так вот на рандом, типа, проходить. Иногда он кликается сам по себе и, типа, можно находить таким образом. Хотя у нас такого ни разу не было, я не знаю зачем. Ну, типа, просто, я так предполагаю, может он вообще в кустах стрет где-нибудь. За лесом, такое тоже быть. То есть он в таких вот нестандартных местах может быть. Тут, как видели, в окне тогда. Но тут... Вроде нет. Ладно, давайте пока на паузу. Так, я его все-таки нашел. Действительно, он был в помещении. Вот он. Спрятался, блядь, в кулинских масках. Это было очевидно, в принципе. Ты нашел Ларри. Отлично, он съебывает опять. Ой, как тут много. То есть надо, в первую очередь, мне кажется, нужно такие необычные места смотреть. Вон он, около толкана, сука. Обосрался! Что я за тобой слежу? Ну, бывает, блядь, сталкер, что? Типичная ситуация. Да, он действительно в туалет пошел. Так, это уже странно. Я, во-первых, не могу крутить. Опа. Не смей, сука. Не смей, блядь, не смей. Hey, can't you see someone's in here? Блядь, долбоёб, я обосрался, ё-моё, ты чё так делаешь-то? Мне сейчас самому в туалет охота. Ты чё творишь, блядь? Скримак, сука, будет сейчас. Я 100% уверен. Скримак, блядь. Это вообще чувак из Спарты. Типа... А, во, все. You found Larry. Блядь, я... У тебя... Ты... Зачем ты это делаешь? Никакое... Ты чё, вместе с ними? О май гад! Уходи! Оставь меня в покое. Или что-то такое он там сказал. Блядь, я думал, скримак будет, пацаны. Фух, все, веселенькая музыка, все хорошо. Отлично. Так, он в тачке, я уверен. Ну, конечно же. Он решил сесть в экспонаты. Они, кстати, не двигаются. Ну, он как-то уехал. О, вот это... Слушай. Это будет уже хард. Но я уверен, что он не в общем потоке. Хотя, может быть, это... Такое. У него лицо, типа, вот тут выделяться же надо. Ебать, он врезался, что ли, судя по всему. Так, вот он, обосрался. Слушайте, это... Знаете, чего? Вот философию. Я люблю философию, вы все знаете, дорогие друзья, особенно когда пьяный. Это получается... Знаете, в чем философия этой игры? То, что за нами сверху следит оператор. Это все симуляция. Вот то же самое, вот тут обыгрывается это. Представьте, с лупой чувак такой сверху, блядь, с неба смотрит. Это обосрешься вообще реально. Я бы сам обосрался. Так, вот... вот этот интерьер меня уже пугает, если честно. Во-первых, тут какие-то люди, блядь, на этом, но... Ну, тут его ебальник будет... Блядь, что? Не смей, сука. Я не могу отключить лупу. Не смей, блядь. Не смей. Не смей, сука. Фу, хотя бы не я обосрался, это уже хорошо. Хоть кто-то еще боится. Что происходит? Машина какая-то? Так. Кто это?
Черные бабуины? Это те самые чувачки. Куда мне смотреть? Кто это? Скример! Я ж закричу, сука! Вашу игру заблокируют потом. Это кто такой? Этот... Ларри какой-то в шапке. Смешно, блядь. Обосрёшься, сука, от смеха. Ничего не смешно. Кто это? Кто все эти люди? Ну ладно, это не страшный скример был. У меня сигаретку поделишься, чувак. Сколько у тебя стик-то вместе? 20 сигарет в пачке или сколько? Мне бы одну закурить от такой. Что такое? Кто это? Так, оповещаю, что ты очень близко под просмотром у кое-кого. Короче, кто-то за тобой наблюдает. Нам нравится, что ты... Нам тоже нравится искать людей. Recognize, я забыл, что значит recognize. Что скажешь по поводу этой крысы или... Бля, за recognize, вроде что-то такое обсуждение, что-то такое. Ладно, короче, крыша. А, что скажешь по поводу этой крысы? Все верно, это было. Популярный локальный Windlewood Restrict. Короче, какая-то крыса. Крутой чувак Ларри снова опять. Я знаю, что он очень близко, и я его чувствую. Мы хотим немного с ним поговорить. Он слипери, сонный СОБ. Что это значит? Доказывающий нечто другое, чтобы наблюдать за ним или что-то такое. Но ты видишь, что все вроде как, что он вроде как нормальный и ведет себя хорошо. Но я не уверен в этом. Оставайся. И, короче, все этот. Если ты знаешь, что все. Короче, если все хорошо, то оставайся с ним, что такое. Ты реально лид среди них. Короче, подходишь для того, чтобы за ним наблюдать, видимо. Ларри не тут. Ну, окей. Так. Короче, какая-то группировка, которая тоже ищет этого чувака. Мы, так понимаю, работаем на ним или самостоятельно. Так. Что-то написано? Ларри Трис. Какой-то Трис. Какие-то граффити страшные, блядь. И где-то здесь Ларри. Но мы бы его уже видели, если бы у него башка была под светом. Но он где-то спрятал. И музыка поменялась, сука. Они начинают, они это начинают, блядь. Нет. А, можно еще даже в очках смотреть. Отлично, это хорошо. Давайте посмотрим все бачки для начала. Тут только помойка. Я надеюсь, сука, он не выпрыгнет с криками. Это будет очень страшно. Я так понимаю, еще окна можно открывать. Что тут еще можно сделать? Так, явно где-то он вот в этой территории, потому что когда приближается... Ну, окей. Мы будем смотреть. В окнах пусто, есть открытые окна. Или они тянут время, сука. Такое тоже может быть, а об этом думал. Да, очень пугающе это все. И непонятно. Ну давай искать. Граффити. В чем смысл делать граффити с граффити? Типа граффити, ну граффити. Ладно, так, окей. Может, окна открываются где-то или двери, я хер его знает. Или может Ларри где-то прячется. Ну еще вот еще один нечекнутый бачок. Ларри не здесь. Ларри тут нет, окей. Он убежал куда-то. Так, в бачках. Я так понимаю, все бачки надо чекать. Какой-то бар, блять. Бордель. Я бордель, конечно, люблю, но не с такой ситуацией. Хотя ночью. Так, это кто там такой? А, это, блядь, дерево, я подумал, там кто-то идет. Хотя, может, там кто-то и ходил. Ларри isn't here. Да. Ларри isn't here. Где же он может быть? Ларри тут нет. Так. Бордель идем, короче. Сейчас бомбледовать. Это я люблю такое, конечно.
Опа, 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 опа. За лупой что-то там есть. Ага, вот там где. Поймали. Ты видел их? Нет? Не так ли? Слушай. Они забрали мою семью. Они заберут... так, они забрали всех. Я не знаю... Все... Так, я не знаю, что они сделали, вот. И сейчас они идут за мной. Они безжалостные. Нигде бы я ни был, они всегда идут за мной. Они никогда не останавливаются. Нет. Нет. Нет, нет. Тут нет выхода. Помоги мне, пожалуйста. Я умру. Сука. Блять, тут получается лор какой-то есть. Ты посмотри-ка. Я говорю. Симуляция, пацаны. Они здесь. Пожалуйста! Кто, блять, я не помню, за кого мы. Мы типа как боги этого мира, я понимаю. Мы можем помочь ему, а можем не помочь. Может быть, тут концовки есть? Так, вот какой-то чел. То есть настоящий враг-то не Ларри, а вот эти вот чуваки. Так, укажи, где он прячется. Сейчас! И мы можем выбрать, короче, да? А, нет, не можем. Видимо, мы за Ларри, короче. Хуй его знает. Ну вот он в этом бачке. Да мне похуй на него так-то. Забирайте его. Главное, меня не трогайте. Пацаны, а то какие-то криповые. Действуйте сообща. Так, лупа, конечно, досконально все показывает, но как-то... Ну здесь! Блять, господи. Вы нашли Ларри, отлично. Загрузка. В натуре, блядь, бордельчик такой. Ха! Садомаза какой-то. Чикай, чикай, чикай. Чё творят, ну-ка. Ты нашел Ларри, он убегать начал. Пам-пам. О, вот это вот. Смотри, они реально локацию делают труднее. Так, он где-то трясется, потому что он напуган. Остальные-то вроде как тут нормальные. Может, он в клетке какой-то сидит, хотя это маловероятно. Так, тихо. Тут чья-то морда там была, вроде не показался. Ни хера не вижу среди этих садомазников, блядь, или кто это такие. Какая-то темная тема ВКонтакте. Что-то мне не нравится. Тут еще свиньи какие-то. Но музончик на уровне, хотя монетизации нет, мне похуй. Поэтому... Кстати, музон, возможно, из бакшот рулет, они же тоже их делали. Тун-тун-тун, я не вижу его. Тут все какое красное, мрачное. Хуй ты пойми, где он. Слушай, мне кажется, я не там ищу. То есть, обычно он всегда прячется там, где вот нестандартно, мне кажется. Опять начинается эта игра. Мне нравилось читать диалоги и обсираться. А тут надо искать опять его. Или его трахают где-то уже. А, вот он! Не может сбежать никуда. Ладно, я понял. Блин, это первый хоррор, где не мы обсираемся, а мы кого-то напугиваем. Так, кровяк, тут я вижу, вообще жесткая тема пошла. Тут любят поиздеваться. Это уже не шутки пошли какие-то. Тут уже любят... Вот он! А, мне нравится, пацан. Так, мы на улице. Вот он. Он не может спрятаться. You found Larry. Кто это озвучивает? Так, лупа пропала, пацаны. Лупа пропала? Это баг или так надо? Конфетти пропала. Что происходит? You found Larry. Почему у меня в прошлый раз лупа пропала, я так и не понял. Наверное, баг какой-то был.
Так, он вообще ходит уже по лесам, у него вообще в голове проблемы. Ну, тебя легко видно, ну такое кресло тебе легко видно. О, братюльник, это ты ж брат мой. Хорошая работа. Этот придурок убежал среди зданий вперед. Мы в ловушку, короче, его поймаем. И этой ночью, мальчики. А мы сделаем кое-что красивое. Чистый выстрел прямо туда. Или что такое? Это взять его. Нихуя. Это я что, это я буду стрелять сейчас по нему? Хорош. Блять, я думал, я просто ищу, а не убиваю. Это какой-то киллер. Или что, его заказали? Вон он бегает, блядь. Стрелять по нему надо. Блин, звук такой уебищный был на самом деле, типа, нереалистичный нихуя. Ну ладно уж. Как будто выстрелили не из винтовки, а из пистолета какого-то. Так, чё, я его пристрелил? Штурка этого. Я в нём попал всё-таки. Ты предатель. Забавно. Отлично, малыш. Ты не знаешь, насколько долго мы этим занимались. Так, а я не хочу стрелять по нему. Мы в ловушке сейчас. Нет выхода? Ты прятался слишком долго. А, это он ему говорит. Я решил половину своей жизни потратить на охоту за тобой. Время вышло. Вилли Мак. Только Вилли Мак. Ну, я всего лишь Ларри. Заткнись, взять его. Son of a bitch. Тут даже перевод не нужен. Когда я слышу, как ты прячешься за этими барами или что-то такое. Это... Короче, когда ты пугаешься, это стоило того, чтобы потратить... Стоило этого дня в моей жизни. Но этот момент никогда не настанет. Момент, когда я пущу тебе пулю в мозгу. Так и такой перевод, я ничего не приукрашивал. А она... Это мне сейчас выбрано, да? Кого? Что за паузы такие длинные? Они мне вообще не нравятся. Что такое? Что, ты плачешь? Я плачу или кто плачет? Еп! Он псих, сука. Надо было его грохнуть. Так. Убили нашего друга. То есть все-таки это была чья-то кожа снятая. А, он, короче, его бошку раскромсал. Ебать. В общем, блядь, трудная история. Ты не можешь покинуть. Так просто, типа. Ларри, Ларри, это я. Твой друг. Из школы. Ха-ха-ха-ха. Ты думал, я и был что-то хорошее к тебе имел после того, как ты разрушил все. Кажется, я нашел новое место, чтобы прятаться. Я мечтаю, чтобы твои крики были. Чтоб ты кричал
Погоди, чего? Что, что, чтобы ты кричал настолько, насколько ты можешь. Он типа его кожу надел. Ты понял, да? Ебать! 3D! Пацаны, чё по этим, как его... Как они там называются? Сука, уёбок. Так, новости, которые пришли с Тауна Миддлвуд этим утром. Плохие новости, если что. Distressing. Где неизвестное тело мужчины покрыто сегодня в Миддлвуд парке. Полиция оцепила весь парк и нашла мусор, мусорный мешок, который был под землей. Мусорный пакет содержал части тела. Попытки идентифицировать тело показали о том, что показали какое-то то ли порезанное лицо мужчины. Оно было уничтожено. Полиция поспросила каждого, кто там прогуливался в поиске какой-либо информации, или кто мог видеть или слышать что-нибудь в Миддлвуде между 8 и 9 часами утра. График натуры... Так, погоди секундочку. Экстремальный график убийств начал расти в этом парке Вилли Мака в течение нескольких лет. Вилли Мак это тот, кто был осужден в огромном количестве людей с 1996 года по 1999 год. И многие графики показывают убийства, совершенные именно в Миддлвуде. И в 2001 году он был отправлен в тюрьму пожизненно. Но только в прошлом году мистер Мак... Чего-чего, блядь? Короче, отправили они его на этом, на машине. Что-то в огне, короче, что-то сгорел кто-то. И он сгорел. А, типа, наверное, он хотел убежать, но типа он сгорел, пока он бежал, наверное. Так, Миддлвуд полиция сразу же среагировала. Но на данный момент Том... Что-то Том, погода какая-то. Take away, Том. Я ненавижу свою работу. Том? А, да, спасибо, Джерри. И какой красивый день, друзья. Гейм, игра сделана Гермфудом. Актер озвучки Аустин Бревер. Ну, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Выводы можете сделать сами. Какой-то Ларри, спасибо за игру. Действительно короткая игра. Блять, я не знаю даже, как отреагировать на это. Что это опять? Что ж, игрушка вылетела. Я на самом деле не люблю такие моменты, потому что я записываю через одну программу, когда игра вылетает, она немного крашится. Но вроде как все нормально, файл восстановлен, мы поиграли в эту игру. Всем спасибо за просмотр. Ну, какой вывод можно сделать из этой игры? Философский подтекст за то, что за нами кто-то наблюдает, либо это просто трэш, который был сделан в одной из голов разработчиков и не выпущен в Стиме, продается за $4 на каком-то рандомном сайте и должен о чем-то говорить, пугающий недоделанный хоррор, или это, возможно, даже отсылка к какому-то из мародеров, который был, точнее, убийством, которые были совершены в то время. Не знаю, честно, но
хуй знает. Я буду считать, что это оператор все. Тот самый, который сверху. Вот, в принципе, она довольно забавная, но короткая, жалко, конечно. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, комментируйте. И обязательно предлагайте свои игры в комментариях. А сейчас я хочу пожелать всем удачи, чтобы вас не нашли никакие бандиты, которые, чтобы вы от них убегали, ну хотя бы потом будьте сбешены. Ну, слушайте, он... То есть он все-таки был реально каким-то преступником, грубо говоря. То есть все-таки нужно было его убить. Но это не получилось. Он маски какие-то сделал. Ладно, всем пока.